Ахренька. Пошли гулять. Подсплела, наконец. Всем привет! У нас сегодня влог из Америки. Мы приехали в Нью-Йорк. Жара. Расскажи про свой лук. Первый раз в новую мечеть в Астане. Смотрите, какая она красивая. Классная. Всем привет! Еще мама привезла игрушки со склада один. Посмотрите, какая прелесть! Тамила в восторге. Тамила, что это? Тамила, что это? Поезд? Куда сядем? Пойдем? Диванчик, это диванчик. Самолет, да? Самолет. Сейчас полетим на самолете, да? Всем привет. Мы в Астане. Маши. Жанка моя. Тут холодрыга. Вообще очень холодно. Мы взяли теплые вещи. И вот даже в них не сказать, что прям тепло. Холод — это ладно, одно. Мы заболели. Нас Тамила заразила ротавирусной инфекцией. Это просто ужас полнейший. Вчера я еле как выжила. Вот сегодня тоже плохо мне. Теперь у меня все тело болит. От того, что вчера рвало столько часов. Все тело прям болит. Устала. Вот. Марата еще заразила тоже. Он там лежит, плохо ему. Потом еще вечером вчера мама начала болеть. Ее заразили тоже. В общем, это жесть полнейшая. Прям вообще очень плохо так. Хорошо, Тамила переболела позавчера в самолете. Но, ну, хотя у нее рвоты не было, слава богу. И она так быстро как-то выздоровела. В самолете намучилась. Вот. Все, вчера уже ей легче было. Вчера она... Понос у нее был. Так, Адья приехала. Сегодня. Ну, я думаю, что она не будет болеть. Потому что мы, по-моему, уже как бы все прошли это. Теперь только восстановиться надо. Все тело болит, ломит от такого стресса. И у мамы, и у меня. Вообще, честно говоря, бедный организм. Настолько стресс сильный был, что хочется вот спать и все. Так устали. Вот, приехали, короче, с ветерком в Астану. Думали, погуляем на выходных, там то все, какой там, блин. Вообще, начиная с... ну вот, когда мы с Алматы еще ехали сюда, начиная с этого дня,
у нас приключение, тут Амиле было плохо, потом нам по очереди, типа, еще Марату плохо. Вот, в общем, теперь, ой, охота остановиться и все. Блин, ну как вчера было, это редкость. Вообще, вчера прям очень было тяжело. Резко так плохо и долго было. Так красиво у нас, видите? Какой вид из окна шикарный. Дождь идет. Шел точнее. Вот. Вот видите, небо еще тучное. Красота, да? Девочки, маленькая моя девочка, маленькая, большая моя девочка. Че, ешь там пюрешку? Пойдем. Да. Че ты стоишь? Она не хочет идти есть, да, наверное. Пойдем. Тебе нравится или не очень? Мне кажется, не нравится, да? Ну, чуть-чуть, да, не нравится. На. Приветик всем. Вышли мы на улицу. По-моему, видно, да, по ветру сразу, где мы находимся. Холодрыга ужасная. Честно говоря, я уже хочу обратно уехать домой. Вообще так холодно. Вот мы пришли на детскую площадку. Детская площадка, конечно, тут все новое, все классное. Вкусно? Да, да. Вкусно, вкусно. Как взрослая девочка ест сама. Да, милая, это кто? Съезжу. Они там сидят, еще работают, а ключи-то у меня. Там его вот так делай. То, как высоко. О, как высоко. Там его вот так делай. Тыгрик. Опа. Опа. Пахнет. Вышли гулять. Потеплело наконец-то.
Да, и потом там поворачиваете налево, налево, и там будет сразу подъезд. Да. Ага. Мы один на нем уже во дворе. А ты снимала этот момент? Ты снимаешь? Да. Все, давай. Давайте. Втроем. Ладушки, ладушки, где мы живем, бабушки, что ели качку, что пили качку, ладушка. Всем привет! У нас сегодня влог из Америки. Мы приехали в Нью-Йорк. Нам дали визу. Вот. Так что... Не заедешь? Тамила! И... Слад... Этот, наконец-то вышли с Адьёй погулять. Не погулять, а просто вышли куда-то. Надя. Ой, Ляля какая маленькая. И купили подарок Адье. Да? Ой, друзья, Тамиле. Я путаю. Вот. Тарелку. Расскажи, что тут есть. В общем, это мидии, картофель фри, кальмар. Куда сделаем? Это креветки, это головы этих кальмаров, а это рыба.
Вот. И там снизу овощи, кажется. Не будешь? Вот так вот. Это кальмар. Сейчас будем пробовать кальмар. Вот эти вкусные. Вкусные кальмары. А это что? Тоже кальмары. Одно из них просто кальмары, а второе – головы. А, мидии. Ты пробовала их когда-нибудь? Я не пробовала. Нет, первый раз. Я боюсь. Она выглядит как обычная рыба, просто, знаешь, стоит. Я боюсь. Вкусно. Вот чесночный соус. Класс. Мама не любит морепродукты, поэтому мы с ней не кушаем. Я думаю, что это да? Да, и мы не кушаем. Почему? Иногда можно. Это тоже кальмары, я говорю. Вообще все вкусные, кстати. Приходите в Ocean Basket. Если морепродукт, да? Чтобы вкусно было. Где только морепродукты продают? А это что за странные овощи? Сюда капуста. Они как-то странно тоже приготовлены. Лучше бы рис взяли. Да? Да. Мне не нравится, как они выглядят. Эти две картошки, да? Рыба. О, горила. У нас с тобой один мост на двоих, я только потянулась к рыбе, и ты тоже тянешься. Я не поняла, что она сказала, что это название рыба. Ты спрашивала? Она говорила, что это кефт. Нет, ноги шли. Ау. Смотрите, какие клевые креветки. Ну, выглядит, кажется, не очень. Ну да. Но вкусно. Мне не нравятся их вот эти вот снизу лапки. А, надо селедку просто забирать? Да, да, да. Я уже 3 штуки съела. Переключи. Она боится, кстати, некоторые мультики. Но она их не переключает, самый прикол. Не переключает? Она их смотрит и говорит. Я боюсь. Какие мультики боятся? Что там? Ай. Тебе оказывается опашка. Подарок. Она уже как же знает подарок. Конечно, знает этот ребенок. А Пашке кто будет целовать? Хлопать кто будет Апашке? Томила. Давай поцелуемся. Томила. Томила, хлопай Апашке. Давай. Спасибо, давай скажи. Давай поцелуемся. Стань, давай поцелуемся. Вау. Все, забыла, что нам вау говорить. И спасибо говорить. Тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр. Вставай, вставай, катать будешь. Ой, нам просто каталка уже. Ее надо поднять. Смотри. Вытащи. Что? Ну, ручку. Вставай. Вставай. И сумай кунгур командам бери. Катай, иди. Больше не будет попока пахнуть. Бахатул. Давай. Кыз бубис. Аклада. Жлама. Давай еще хочу. Это шишенька. Ортасы на жахсу. Томила, Надежда, покажи ей. Я ей показываю. Поехали. Поехали. Ой, поехали. Томила, поехал. Чемодан, чемодан. Это тебе Апашка дарила? Или кто дарила тебе? Ажека. Ажека дарила. Ажека дарила. Я дарила тебе. Вау. 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 Что будет сейчас?
Вау. Ой, это что? И все? А, вот они. А, это бульдога вот стоят. Бульдога настоящая, Надина. Да? Ух ты, сейчас надо вытащить. А, вот наклейка идет на обложку. Тебе нравится? Ням, ням, ням. Откуда она поняла? Привет! У нас сегодня жара. Расскажи про свой лук. Панамка российская. Это Вайкики. Это... что-то английский какой-то бренд. И Крокси. Все, пошли, выходим. А у меня все как обычно. Все старье. Наш подъезд. Пойдем. Выходим. Выходи, выходи. Пойдем, пойдем. Иди, машинка сейчас останется. Иди. Пошли. Пошли быстрее. Сейчас будем в сочки играть. Вот такой холл. Подъезди. А что у тебя посередке веревка? А что машинку оставила? Вот такой дворик. У нас красота. Сегодня у нас жара. Плюс 30. Вчера дождь хлестал. А, сейчас пойдем песок играть. А вон там ляли играются. Пойдем к лялям. Тоже идем к лялям. Сейчас я не буду кушать. Ой, ёбочка маленькая. Ой, ёбочка маленькая. Всё. Не хлопаешь. Молодец. Все. Что, поедем домой? Домой поехали? Нора. Домой поедем? Мы на рада придем. Красотка. Вау. Пылесосит как будто. У нас жара. Дяди? Мы все со своими своим барахлом. А ключи взяла? Ага. Кривляется. Приехали в первый раз в новую мечеть в Астане. Смотрите, какая она красивая. Классная, большая. Моя подружка, как всегда, со мной. Это подружка еще одна. Пойдем. Привет. Мы в новой мечети. Как вам мой наряд? Покажи вон эти Я не могу.
классная, да, мечеть? Я не ожидала, что она такая красивая будет. Мы идем, где ведет нас какой-то зал красивый. Тут написано 99 имен Мухаммеда, да? Да. Какая люстра красивая. Вообще здесь красиво, конечно. Огромная мечеть. Огромные залы. Заблудиться можно. Быстро! Дурочка! Чем искупалась, блин? Капец просто. Она что, вся мокрая у тебя? Как так? Вот дубина. А сзади дай покажу. Капец, дубина. Я знала, что так будет. А, ты знала? Да. Ужас. На. У меня уже руки зажарились. Я их только что окунула. Сейчас пойду еще. Карман обратно? Мокрый, все. Мокрый там? Ну, сюда положи. Это за... назад ложи, на задний карман. А я руки хочу. Ой! Классно. Сейчас мы дойдем, ты высохнешь уже. Да, у меня волосы мокрые. Все, пошли. А ребенок спит. Может, ее тоже обмочить? Давай ее помочи. Мы пришли в мамин салон. Привет, устала. У нас жара здесь нереальная. Остальная. Ух ты! Вау, да? Вау! Скажи, а я? Ну, вы спрятались. Да, мы зашли там в сырную лавку, а там столько всего в этой сырной лавке. Панаму, что ли, оставили? Всем привет. Короче, мама привезла игрушки со склада Азии. Посмотрите, какая прелесть. Тамила в восторге. Кто не хочет? Ой, тут еще один. Покажи их! Где этот самый сладкий? Нет, не этот. Вот это! Вот я помню. Это не моя, кстати? Мне только данное подарила, когда мне 3 года исполнилось, или 4. Вот его! Такие смешные вообще. Покажи, покажи на видео. Настоящий. Покажи, смотрите. Кому покажи? Ням-ням-ням. А у нее здесь кукла кушает. Ням-ням-ням. Кукла, кукла кушает другую куклу. Вон ту она пупсика съела и выкинула. Вот этот мишка. Ой, такой. Покажи маме. Ух ты! А! Такие классные игрушки. У них такие милые лица. Ой, боя, да. Может, вас котрло. Масок, что ли? Ага, это тигр.
Ой, эти маленькие такие смешные, она да. нанесет вообще. Мне это не нравится. Как настоящий. Вау, 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 Ляли, да? Вау, какие Ляли, как ты прямо они. Да. Да. Я вообще люблю их. Они еще этот одной фирмости у меня куклы были. Мазафея. Нет, какие? Брат с сестрой. Это две девочки. А, это две сестры. Они сидят? Там шапочка есть. Нет, они не сидят. Да, шапочка есть. Она не сидит на диване, она ее снимает. Ей не нравится шапка, она со всех снимает. Смотри, она сейчас сдирает шапку. Ей не нравится. А та шапка не снимает. Неси сюда. Неси сюда. Неси, давай, сними. Что, шапку снять надо? Да? Это вообще угар. Ой, Фая, да, ты же. Лепёшка. Это в рот сувать его, палец надеть? Да. Как она? А, или нет? А, у него соска, по-моему, была. Да, у него соска была. Они, ой, я помню, он пах очень за сильно раз пах. За столько игрушек, да, Тамила? Она вот, о, несет сюда стульчик кормить. Смотрите. Купсик, купсик. Так, ты не туда идешь, да, чуть-чуть, ага, молодец. На кухню принесла. Знаешь, что здесь кушать надо? Нашла уже сразу. Ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням. Ты кушать будешь? Нет. Мам, дай ты ей кушать, можешь на тест. Ах, мне надо руки мыть. Ой. А ты не трогай руками, у тебя тоже руки грязные. Пошли мыть. Все, давай, она будет вместе с тобой, да? Вместе с Тамилой будет сидеть и кушать. Сад в огне, да? Да там же у меня это...